Всем большой привет! У меня поступил очередной запрос снять свою коллекцию бальзамов для губ. Девочки, я снимала 4 месяца назад. Если вы не против того, что ролик почти не изменился, то есть будет практически одно и то же, может быть, 2-3 бальзама убавились и несколько прибавилось. То есть за это время появились несколько новинок. И так как я сейчас меняю свою организацию, если раньше мои бальзамы умещались все вот в таком контейнере, то теперь мне приходится придумывать, как их хранить более удобно. И я решила, раз уж я так и так с ними сижу, занимаюсь, почему бы не выполнить запрос. Кстати, запрос мне оставила последняя Василиса, и ее комментарии так залайкали, что я подумала, что есть те, кто все-таки ждет и готов смотреть даже каждую неделю. У меня недавно куплен фикс прайс был вот такой органайзер. Верхний ящик я освободила под туши и лайнеры, которые у меня еще закрытые. Также сыворотки. Ну а вот низ для бальзамчиков для губ оставила, которые я еще... Сейчас мы с вами, знаете, как сделаем? Которые я еще не использовала. Они у меня запечатанные. И также оставила вот этот контейнер, который показала вам ранее. С него мы и начнем. Давайте сначала покажу красивые упаковочки, которые, в принципе-то, и являются самой оригинальной частью коллекции, ради которых обычно она и называется коллекция. Один из моих самых любимых – это Пепси. Посмотрите, какая красота. Девочки иногда обижаются, что не показываешь, как внутри. Не все буду открывать, но некоторые покажу в этот раз. Вот такой интересный бальзамчик. Так мне его хотелось, что я даже заказала его по интернет-магазину. И получила вот такой Пепси. Приятный аромат. Посмотрите, какая красота. Давайте буду с этой стороны так где-нибудь ставить. Пепси у меня есть еще вот такой бальзамчик интересный. Тоже не удержалась, открыла. Было интересно, как он оттуда извлекается. Вот здесь нижняя часть. Видите, она крутится, и бальзамчик в форме стика выплывает. Тоже приятнейший аромат. Ну, раз уж открыла. Ой-ой-ой, было просто интересно даже самой просто показать вот так вот, сказать, смотрите, какой интересный бальзам, а как уж он функционирует, тоже было важно. Поэтому достала, посмотрела. Далее, из такого тоже очень интересного, это вот такие губки ко мне приехали. Аж из Германии. Тоже открыла. Ими я уже даже пользовалась. И дальше буду пользоваться. Вот такая красота. У них есть небольшой цвет. Но так как я сейчас не брала кисть, я не буду показывать сводч. Те, которые, ну, как бы, надо кистью набирать. Две милоты. Это киска. Мимишка. Вот так она выглядит, тоже уже начали использовать. Тоже кистью надо подцеплять. Приятнейший аромат. И такая же есть пандочка. Сиреневая панду, конечно, еще не трогали, а киску начали. Такая милота, красота. Все почти бальзамы – это подарки. Так, еще одна кола. Кока-кола от Наташеньки ко мне приехала. Вот такая красивая. Для меня упаковки имеют огромное значение, особенно упаковки на бальзамах. Тут тоже красивый цвет колы шоколадный. На губах этот цвет тоже отображается. У меня был подобный бальзам в виде пробки на бутылку, очень симпатичный. Жалко, что закончился. И вот на смену ему ко мне приехало вот такое сердечко. Далее есть макаронка. Розовенькая от Леночки. Вот такой у нее вид. Приятный аромат. Смотрите, какой красивый. Особенно, когда таких несколько разноцветных, можно прямо в вазочку складывать. Да? Будут они красиво смотреться. Есть вот такая мимишка. Ну, вы посмотрите, какая-то красота. Это Makeup Revolution, по-моему, бальзамчик. Я из упаковок для хранения все выложила. Тут шоколад и апельсин. И выглядит он в форме вот такого длинного стика. Так, прячем. Ну, мимишество, конечно. Давайте я его стоичком поставлю. Хорошо стоит.
красивых еще упаковочках у меня, это, наверное, старожилы моей коллекции, Bon Appetit и Sugar Lips. Вот такие две жестяные баночки. Конечно, они мимишные. Вот этот Bon Appetit цветной. Ну, он цвета особого не дает, но такой просто красивый. Этот я никогда вам не открываю. Он белый. Он белый с ментоловым ароматом. Вот так выглядит. Сегодня у меня получилось показать внутри. Так, из красоты есть вот такое мимишество. Тоже из упаковок все повынимала. Смотрите, какой красивый. Открывается он вот так. Тут очень мягкий шарик. Он прямо весь тающий. И мягкая такая текстура. Тут есть название. Блистекс. Тоже Леночка мне дарила. Давайте вот сюда. В красивую коллекцию. Кто-то из девочек в прошлый раз смотрел у меня, видимо, не один ролик про мою коллекцию и написал, что же вы вот этот вот кубик-то ни разу не открыли и не показали. Ну вот, смотрите, это шарик. Это вот такой шарик, похожий на Эос. Очень нежный, приятный аромат. У некоторых вторая часть вот такая в форме домика крыши, а у кого-то есть там такая пластиковая защитная упаковка. Так, что-то тут криво получилось. Так, давайте кубик сюда. Есть от Beauty Bar. Вот такие у меня два бальзама. Этот кофейный, этот кокосовый. Раньше был еще ментоловый. Он закончился. Они, конечно, бесконечные. По качеству они супер. Кокосовый давайте я пока поставлю. А вот кофейный вам покажу. У него как-то вот крышка до конца не закрывается. Вот у них, видите, защитная какая пластиковая такая заглушка. Приятнейший аромат. Вот такой вот он. А вот есть щелчок, но он почему-то открывается как будто бы. А может, показалось. Так, сюда его. Далее. Чаптер. Чаптер 4 месяца назад вам сказала, что открою. Но сейчас налегаю на бальзам Нивея. Позднее покажу, какой. И пока чаптер у меня так немножечко стоит, ждет своей очереди. Вообще, уже говорила. Они, кстати, в разных оттенках идут вот эти чаптеры. Их очень-очень хвалят. У них классное качество. Можно на них обращать внимание, потому что у них по действию они отличные. Вообще вот эти вазелиновые текстуры, они практически не портятся. У них срок годности на самом деле хороший. А из Летуаль остался у меня один. Это в подарок. Я и сама покупала такие бальзамчики. Они с клубничкой бывают. Кексики такие. У меня был с ванилькой. По-моему, шоколадные есть еще. Но у меня не было шоколадного. И вот один оставился. Мне его жалко использовать. Он даже запечатанный. И тут сам бальзамчик только вот в этом кексике в нижней части находится. И заканчивается на самом деле достаточно быстро. Давайте его вот сюда на макаронку поставим. Вот этот лип балм ко мне приехал от Леры. Из Израиля. Вот такой вот красивенный шарик. Сюда его. От Oriflame у меня было очень много вот этих бочонков. Девочки дарили, но я подружкам подарила, потому что это очень долгоиграющие продукты. И оставила себе вот один в запасе у меня лежит. И то уже, вы его видите, тут начали. И еще один у меня в использовании, позднее покажу. Так, пока сюда. От Нивея с малинкой тоже один у меня в запасе. У него тоже цвет есть. Сейчас там не открою. Я его ни разу не открывала. Давайте я его не буду открывать. У него есть малиновый такой небольшой оттеночек. Классный продукт. И остался бальзам для губ еще в запасе. Мятно-малиновый сорбет от Fito Cosmetic. Вот такой вот он малиновый. Его тоже хвалили кто-то из девочек. Вот так вот он выглядит. Все, этот контейнер у нас с вами пуст. Сейчас покажу мои запасы в стиках, а потом покажу то, что у меня в использовании. От Нивея в стиках у меня один цветной, один обычный.
Цветной у меня такой есть открытый, я вам покажу позднее. Ну, а вот этот ко мне тоже приехал недавно и тоже из-за границы. Они оба из-за границы приехали, поэтому эти два иностранца пока у меня... Это молоко и мед, кстати, в запасах. Пока они у меня лежат в запасах. От чистой линии Фито плюс Пантенол. Ну, такие вот бальзамы быстро у меня заканчиваются, месяц-два и нет его. В стиках вообще быстро уходит. Два бальзама есть от Avon. В Avon хочу похвалить бальзамы. Они и ароматами приятные, и по действию хорошие. Вот этот защитный, он хорош на зиму. А вот этот с ароматом кокоса. Недавние такие подарки, но пока они у меня лежат в запасиках. Два мимишных бальзама. Coca-Cola ваниль и Pepsi вишенка. Такие два пока закрытые оба. Из Америки ко мне приезжал вот такой бальзам, который я тоже думаю в ближайшее время я открою. В нем 7 грамм, то есть в нем в одном, как в двух вот в таких бальзамчиках. Давайте покажу, я его уже открыла. И у него тоже тут крутить надо снизу, и он, в общем, будет, нет, крутить надо сверху. И он вот выплывает. Приятным ароматом, такой симпатяга. От Oriflame один бальзамчик. Это лимиточка была, тоже в подарок ко мне приехал, тоже такой стандартный. Ой, с приятнейшим ароматом бальзам, нравится. Возможно, летом буду таким пользоваться. А вот эти три бальзама, это вот, знаете, один месяц и бальзам использовался. Тоже недавно от Наташеньки ко мне приехали вот такие: апельсиновые смузи, карамельный капучино и ягодный микс. Вот так они выглядят. Сейчас попробую показать вам оттенки. Вот так смотрится. Они очень быстро заканчиваются. Так, не перепутать теперь крышки. Как достала, так и обратно. Быстро заканчиваются. Один у меня такой сейчас в использовании. Я его начала в конце прошлого месяца, февраля, и думаю, к концу марта я вам покажу уже пустышку. Один бальзам у меня есть от Gourmandise. Я вообще вот все, что у меня было в таких упаковках, почти все раздарила, но от Gourmandise оставила себе. Мне интересно именно у этого бренда попробовать бальзам для губ, поэтому сюда его. А доктор Пьер Рико у меня один в запасе. Тут девушка в платье развивается у нее. Упаковка полностью нетронутая. Пока так оставила в упаковке. И от Yves Rocher у меня 4. Все подарки. 2, и все 4 лимитки, по-моему. 2 вот такие. По-моему, ягоды тут. Да? И апельсин с корицей. Такие два бальзамчика. И еще 2 лимитки, уже более новенькие, с зеленым чаем. И последняя приехала только-только, причем приехала аж из Германии. Вот эта лимиточка от Наташеньки. Но пока не открывала, так как тут сроки вообще замечательные. Они пока лежат. Второй контейнер тоже пуст. Сейчас покажу 4 продукта, которые у меня... 2 нетронутых, но в ближайшее использование именно они идут, потому что они у меня в проекте Project Pen. Первое — Маша и Медведь с ароматом вкусным печеньки. И второе — от 100 рецептов красоты бальзам для губ. Он, это вот прямо классика жанра. Приятный он в использовании и работает хорошо. То есть вот эти два пойдут в ближайшее использование. И теперь давайте покажу несколько цветных и чем я пользуюсь. То есть все уже дальше будет то, что у меня открытое. 2 бальзама из проекта Project Pen, но я ими еще мало пользуюсь. Baby Lips персиковый. Давайте тут уже будем делать сводчи, хотя сводчи будут такие едва заметные. Вот он прямо начатый. Деликея с ароматом граната, фруктовое сияние. Вот его чуть больше поиспользовал. Ну, тут и стик большой. Цвета он больше дает, но злоупотреблять им не надо, иначе будет просто скатываться на губах.
То есть это не помада, не надо ждать от него больше цвета. Чуть-чуть нанесли, и этого достаточно. Так, Нивея цветной. У меня вот такой Лабелла. Это то же самое. То есть Нивея для одних стран, Лабелла для других стран. 4,8 грамма. И выглядит он вот так. Он самый яркий по цвету из всех бальзамчиков. Вот такой он красивый. И время от времени я им с удовольствием пользуюсь. Жалела. Но после того, как мне прислали, уже чаще достаю. Вот лакомка. Я вам три показала. Тоже ягодный микс. Этот бальзам, как я вам сказала, у меня сейчас в использовании. Его осталось вот так. Он прямо с тающей текстурой. Оттенок у него едва-едва-едва заметный. Такая слегка коралловинка. Можно так сказать? И когда тинт губ яркий, то чуть-чуть добавляет цвета. Ну, его часто можно обновлять, он быстро тающий, быстро расходуется, и тут объем маленький. Так, следующие два бальзама. Ну, давайте по одному. Вот от Нивея у меня есть жемчуг. Приятный такой перламутровый бальзамчик тоже. Смотрите, какой стик огромный. И текстура такая действительно жемчужная, перламутровая. Если ваши губы имеют хороший свой цвет, то этот бальзам делает их просто красивей. Так, следующий цветной от Yves Rocher клубничка. И аромат приятный, и цвет такой розовенько-красненький. Даже рыженько-красненький. Цветными я не часто пользуюсь, а надо бы на них подналечь. И недавно прямо открыла. Это мне Лера присылала из Израиля, Белоснежка бальзам. Он оказался цветным, тоже вот такой большой. И я его тоже в использовании вот только-только открыла. Вот такой он. Небольшой розовый цвет дает и аромат приятный. Далее из цветного. Я не знаю, это бальзам или помада, но в любом случае это приехала ко мне вот буст из Америки от Оксаночки. Вот он такой цветной, это он не испачканный, он проявляет цвет. Сейчас я вам покажу. Вот так. Видите? Дает небольшой цвет. Так, что я тут испачкала. Он у меня с цветными бальзамами хранится. В Китае я заказывала, очень хотела вот такие бальзамчики. Симпатичные. Давайте начнем с розового. У них даже есть какие-то оттенки. Этот 02. Вот он такой красивый. Посмотрите. Там цветок и золотые кристаллы. Тоже цветной он. Наносите на губки. И такой он небольшой цвет розовый дает. У них цвета одинаковые, только цветочки разные внутри. Давайте второй покажу уже в черной упаковке. И вот такой вот там цветочек желтенький. И тоже цвет такой. Нет, цвета немножко отличаются, мне кажется. Но в любом случае оба розовые. Далее. Только-только ко мне приехал в подарок. Это тоже я сначала как блеск думала, но все-таки это бальзам для губ от Giordani Gold. Это Oriflame. Давайте покажу оттенок. Красивый нежный оттенок. Нежно-розовый. Так, у него наверняка есть какой-то цвет. SPF даже есть. Ну, я думаю, вот так по цвету и то его можно определить. И покажу еще два. Они очень похожи с Giordani Gold. От Clarins. Смотрите, только у меня вот это мини-версии. В оттенке 03 и в оттенке 05. Давайте 03 покажу сначала. Они ко мне в коробочках красоты приезжали. Вот 03. Такой прямо нежно-персиковый. Светло-нюдовый, нежно-персиковый. Не знаю, кому как удобно. И 05. Он немножко похож на первый, но чуть ярче. Вот они прямо, видите, друг за дружкой по цвету идут. И, к счастью, все три разные. Так. Что еще показать? Вот еще у меня есть два таких.
Бора плюс. Мы как-то прошлой, по-моему, зимой у сына губы обветрили, забежали в аптеку. Я взяла этот Бора плюс, но так он у нас дальше и не пошел, а остался лежать. Потому что мы не очень любим вот в такой упаковке использовать. А Блистекс у нас было два. Один такой крем я даже выкинула. Что-то не понравилось. По-моему, холодил он. В общем, кому-то что-то не понравилось. Он вот такой обычный. Тоже в коробочке красоты приезжал. В мужской и в обычный. То есть вот такой крем для губ. И, по-моему, холодил он, что ли. Кому-то в семье не понравилось и выкинули. Вот холодок. А второй-то оставили. Хотя они оба свеженькие. Около кровати продолжает стоять бальзам от Эос. Он у меня такой что-то вечный получается. Нескончаемый. Он как будто пленочкой покрывает губы. Не знаю, как-то вот именно этот не очень идет. Хотя бальзамы Эос-то в принципе-то неплохие. Так, от Oriflame бочонок, который у нас тоже около кровати под рукой. Ну, он активно уходит, но тут такое большое количество, и уходит он медленно. Но в любом случае им-то мы пользуемся по потребностям. Активно, вот самое любимое мое масло от Nivea, макадамский орех и ваниль. Смотрите, как оно хорошо идет. Правда, я его, бывало, на губах остается помада, мне вот надо срочно добавить бальзам. И видите, я его как-то тут заляпала немножко. Хотя пальцами-то чистыми, но вот именно то, что на губах остается часть помады. Но он у меня в активном использовании, и я надеюсь, что я его быстренько доиспользую в самое ближайшее время. Так, мое солнышко открыло. Тоже было необходимо сыну как-то, обветрили губы. Ну и получается, раз уж открыли, надо бы его тоже в ближайшее использование пустить. В подарок оно ко мне только-только недавно приехало. Но уже в открытых лежит. И последнее, что вам покажу, это не бальзам, это скраб для губ Клюквенный щербет. Сама не покупаю такие вещи. Вот в коробочке красоты приехал. И время от времени, раз в неделю, я им пользуюсь. Но это очень экономичное средство. У него много скрабинок. И нужно прямо совсем каплю, чтобы поскрабировать губы. Поэтому это такой долгоиграющий продукт. Вот такая огромная коллекция, причем собранная не мной, а моими подписчиками. Девочки знают, как я люблю бальзамы, мне часто присылают в подарок, в посылках, поэтому моя коллекция вот так вот и собралась. Надеюсь, я выполнила запрос. Спасибо большое всем, кто оставляют запросы. Мне очень приятно. Я стараюсь прислушиваться и выполнять ваши просьбы. Ну, надеюсь, в этот раз тоже было со мной интересно, и я выполнила этот запрос. Давайте еще разочек покажу свотчи и будем прощаться. Вот такие цветные бальзамчики у меня. Ну и будем с вами прощаться. Всем приятного настроения, больше улыбок, яркого солнышка, хорошей весны и всем пока!